По просьбам трудящихся выкладываю небольшой видосик по поводу того, как снять маховик на любом Лифане, Зоншинге там и тому подобных стационарных двигателях общего назначения. Вот достаточно иметь вот такой съемник, чтобы в нем было три прорези, да, через 120 градусов. То есть вот этот съемник у нас там, ну, он для многих целей. Вот в нем как резьбовые, так и такие отверстия есть. Он достаточно мощный. Есть этих съемников очень большие вариации, там вообще всякие-всякие. То есть вот есть круглые, есть просто такие по три лапки. То есть, ну, смотрите, какой вам по карману, такой и покупайте. Но понятно, что этот съемник, в принципе, на один раз. Вот. Ну и болтиками запаситесь калеными, потому что не всегда легко снимается это все. Маховики эти очень достаточно часто, что они очень хорошо прикипают. Вот, особенно на 600-х зоншингах там сложности возникают со съемом. И кто-то пытается, там есть отверстие, кто-то пытается болтами выдавить, и там же сразу же попадают на катушку генератора.